Всем привет, меня зовут Илья, и вы на канале Малой Плей. Друзья, хочу сразу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Возможно, у кого-то он уже наступил. То есть, когда вы будете смотреть это видео, у всех время будет разное. И сегодня, под Новый Год, думаю поиграть немножечко в The Long Dark. Опять же, у нас будет выживание. И... снова я хочу попробовать одинокую топь. Опять же, за девочку, как нам ее будут звать, нам, в принципе, абсолютно без разницы. Так, ну поехали. Что ж, за окном у нас тоже сегодня мороз. Предновогоднее настроение у всех. Вот, и поэтому отправляемся. Ох-ох-ох. Прям чувствую, как холодно. Минус 11 градусов. Ну что? Давай разбираться, где мы находимся. У нас, опять же, одинокая топь. Вот, в прошлой серии я скопытился. Поэтому приходится начинать новую. Что у нас по одежде? Да, мало чего есть. Подожди, а я что-то снял? Не, вроде ничего не снял. Так, чуть минус 10 градусов, более-менее. 6 часов дневного времени, это очень мало. Поэтому нам нужно скорее найти место для ночлега. Так, что ж, давай сразу, короче, будем собирать палочки и грибы. Потому что грибы нам вот эти нужны. Они в прошлой серии нам немножечко спасали нас. То есть какое-то время давали нам... хотя бы те же самые по 100 калорий, но мы немножко могли подольше выжить. Давай. Так, надо разобраться вообще, в какой стороне мы находимся. То есть карта, в принципе, вроде небольшая. Так, я все, я понял, где я нахожусь. Примерно где-то там слева от нас должна быть железная дорога. На железную дорогу нам нужно выйти в любом случае, потому что там лежат вагоны, в которых есть лут. И, соответственно, этот лут нам обязательно нужен. Давай. Так, смотри, летают вороны. Значит, там снизу должен быть чей-то труп. Так. О, мужичок, базару нет. Давай, пожалуйста, пусть у тебя что-то будет. Понятно. Так. На лед мы идти не будем. Так, давай-ка разбираться. Сколько у нас? 6 часов дневного времени. Минус 9. Ну, более-менее тепло. Более-менее тепло. Так, что же, куда мы пойдем? Где-то здесь. Так, вон олень. Так. А где же железка? Слушай, у меня такое ощущение, что мы немножечко в другой стороне. Так, до того оленя мы можем дойти, но рискованно. В принципе, вот с той стороны, скорее всего, получится пройти. Но у нас, я так думаю... А, подожди. Давай, инвентарь. Да, у нас нечем будет добывать мясо, поэтому смысла нет. Давай. Надо быстренько найти ночлег. Мы тут уже местность чутка знаем. Но все равно не настолько хорошо, насколько хотелось бы. Так. Слушай, по-моему, вот в той стороне... Да холодно, я понимаю. В той стороне должна быть та хижина, в которой мы выживали. Так. Давай тихом-тихом попробуем туда пройти. Что тут у нас? У нас, ну, прохладно, я понимаю, да. Давай посмотрим. Там, потому что он что-то есть. Либо это она, либо это мы где-то с другой стороны. Потому что железной дороги я не вижу. А у нас как раз-таки должна была быть железная дорога.
6 часов дневного времени, да, минус 8, температура опускается, потому что было минус 6. В принципе, можно будет как-нибудь туда потом сходить, посмотреть, что так, есть там. Так, нам здесь нужно будет быстро пробежать. Так, нормально. Так, а вот и первые трудности, да, как я понимаю. Так, шиповник давай соберем. Собирай, собирай. Сможем ли мы пробежать вот туда? Потому что нам вроде как в ту сторону. Давай, 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 давай. Оп, нормально. Здесь лед отличный, здесь лед отличный. Так. Не, ребят, это у нас какая-то другая сторона. Здесь мы точно не были. Я вон... Хотя... Не, это другое место, строго. Смотри, там вон нормальный дом стоит. Вроде как. Давай, сейчас у нас пока время есть. Быстро хапаем палочки. Волков вроде я ничего такого не вижу. Не вижу никого, кто бы мог на нас напасть. Так, собираем обязательно грибы. Они дают хоть какую-то нам энергию. Какие-то калории. Благодаря ним мы можем немножко продержаться. Давай, давай. Все, собирай. Палочки. Сейчас мы разберем. Вон, по-моему, вон там целый дом стоит. И это очень хорошо, если, ну, действительно это будет так. Давай, знаешь, что мы сделаем? Мы на всякий случай возьмем в руки фаер, чтобы, если вдруг будет поблизости волк, мы могли его зажечь. Я, в принципе, вообще никого не вижу. А как мне убрать его теперь? Я хочу убрать его теперь из рук. Ну, уже никак. Ладно, да? Так. Грибы мы все собрали. Так, давай соберем труд. Вот там, по-моему, должен быть труд. Или я ошибаюсь? Я ошибаюсь. Но не совсем, да? Сколько? 5 часов дневного времени. Нет, я туда не пойду, здесь по льду, потому что как бы опасянчик. Не, мы здесь не были, реально, ребят, это что-то новое. То есть мы уже видим локацию немножко с другой стороны, вроде как. А хотя... Железную дорогу мы же не видели. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Потому что вот это вроде как, знаешь, как похоже. Но я надеюсь, что это просто, ну, просто реально похоже. Так, нет, это нам ничего не надо. Если мы отсюда ничего взять... Вот, древесину. А, не-не-не, не зажигай. Бери древесину. Пока есть время. Ну, блин, бегать мы умеем, прыгать. Вот уже бы давно добавили в Lone Dark именно возможность прыгать. Вот это было бы здорово. Потому что иногда так не хватает вот этой возможности. Валочка. Эй, да не зажигай, ну перестань. Вот, давай. Вон там дом. Я надеюсь, что это целый дом, и я надеюсь, что это реально какая-то другая сторона. Там, подожди, там получается пещера вроде как была, да? Надо как-то согреться. Да сейчас согреемся, ты этот... Ты давай, не давай. Короче... О! Понятно. О, вот здесь что-то можем взять. Антибиотики, отлично. О, факел еще один. Ткань возьмем. Так, ну здесь получается больше нет ничего, да, кругом. Кустарник. Ладно, все, давай, сколько у нас? 5 часов пока еще дневного времени. Слушай. Как-то здесь все одинаково. Если реально, если мы здесь не были, то оно мне все кажется настолько знакомым. Так, ну... Блин. Мы здесь были, ребят. Семейная ферма старого Спенса. Мы здесь были? Но...
Почему мы не видели железную дорогу сейчас? То есть там должна была быть железная дорога. И это вот прям 100%. Смотри, там вот что-то большое. Это либо камень, либо что. Так, минус 9. Благо никого нет пока. Так, там он, я видел, лежал олень. Но это, я думаю, сейчас уже попозже. Давай-ка мы сначала соберем здесь все, что есть. Так, где он? Еще грибы. Давай. Так. Вот еще грибочки. Не, ну я понимаю, конечно, что холодно. Ну что же, нам приходится терпеть. Так, ты возьми лучше просто. Вот. Вот тут, слушай. Много палочек. Почему я хотел именно пойти к этим... к вагонам, да потому что там реально куча лута была. Так, давай, там все соберем сейчас и вернемся вот в тот разрушенный дом. Ладно, у меня есть одно предположение, что железная дорога в той стороне, а не в той. То есть она не вот так проходит, а вот так как-то наискось. Сейчас проверим. Но здесь мы точно были в прошлой серии. Бревна, все как бы. Я сомневаюсь, что железная дорога здесь как-то, ну, иначе может быть. То есть она как есть, так есть. То есть это текстуры, которые уже как бы прописаны в игре. Так. Так, вроде никого из хищников не вижу. Давай пройдем вон там, посмотрим. Все, что есть, сейчас соберем. Пойдем туда. То есть не медведи, вроде ничего не видать. Он там, блядь, что-то как бы есть вроде, да? Оп, давай. А там, по-моему, целый дом. Я так надеюсь. Ну, бери. Так, стул не нужно. Так, уголь бери. Уголь. О, уже боль-моль. Да нафига, ты выдвижной ящик. О, леггинсы, носки какие-то. Так, так, тут. О, еще и в нижнем что-то есть, смотри. Нет, нету ни хрена, да? Так, ладно. Смотри. Где? Вот. Там что-то есть. Да, давай возьмем это. Ладно, сейчас, подожди, давай оденемся. Чуть-чуть. Носить. Носить. Все, теплее чуть стало нам. Стало. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. О, контейнер. О, хавка. Отлично. Вон там, по-моему, целый дом. Либо мне кажется, либо я прав. Серьезно, ребята? А, нет. Блять, сам себя наебал. Ладно. В прошлый раз я его просто вообще не заметил. О, кроссы, ну как бы кроссы я не знаю. А, ну давай проверим. О, носить их, конечно. Эти. Так, ну все, здесь нам больше делать нечего. Металл нам не нужен. Давай, отправляемся туда. Значит, железная дорога где-то... А, она вон там вдалеке. Мы появились немножко в другой стороне. Все. Теперь я понял. Давай-ка. Оп. А. Тут кустарник, ладно. Здесь вроде как ничего больше нету, да? Тонкого льда тоже ничего нету. Нормально. Вообще, смотри, ни одного животного. Так, мы замерзли, мы устали. Все нормально. Сейчас мы придем. Надеюсь, сейчас мы там также найдем, как и в прошлый раз, кучу одежды. Причем одежды теплой.
И на утро уже отправимся куда-нибудь подальше. Здесь, может, что есть. Эх, металлолом нам не нужен. Так, вот уголь нужен. Древесина нужна. Так, подожди. Вот, берцы. Уголь. О, ну здесь, смотри, лута вроде как немножко по-другому, да? Не, верстак нам, подожди, нам не нужен. Выдвижной ящик. Я не знаю, нахрена нам патрон, если... У нас нет ружья. О, смотри. Тяжелый молот мы нашли. А, подожди, тяжелый молот нам для чего-то нужен. Так, вот еще древесина. Давай, короче, сразу сейчас растопим здесь все. Чтобы мы уже хотя бы как-то грелись. Давай мы вот так бревно сразу положим. Давай, пожалуйста, только разожги его вот с первого раза, чтобы я не тратил лишний раз труд и не тратил средство для растопки, которое... Жидкость. Теперь мы будем немножечко умнее. Будем выслеживать волков и медведей, чтобы прямо на расстоянии от них держаться. Потому что в прошлой серии вообще так тупо умереть. Просто не последил за своими калориями. Ну, разгорелось? Разгорелось, отлично. Древесина, давай. Добавим. А, хотя угля нам надо было бы добавить, да? Ладно, 4 часа гореть будет, уже хорошо. Рукавицы. Да, смотри, в принципе, по луту здесь все так же, как и было практически, да? Так, я хочу убрать ее. GF. Нет, не получается, да? Выдвижной шкафчик. Здесь, по-моему, их... Так, вот еще один. Тоже пусто. И там, да, тоже пусто. О, еще ножовка. Ну, как бы, ладно, пусть будет две. Так, давай проверим аптечку сразу. Повязка. Отлично. Набор. О, шприц адреналина. Этот раз у нас как-то более-менее складывается. Так, у нас перегруз. Но перегруз у нас, скорее всего, из-за усталости, да? Да, у нас, потому что потолок сейчас показывает всего... 28 килограмм. Давай, сейчас мы все соберем. О, еда, кофе. Отлично, отлично. Просто замечательно. Так. Ну и тебя тоже заберем. Не знаю зачем, но ладно. Так. Сразу давай разложим. Опа, пойдет. Так, давай смотреть, во-первых, что у нас по показателям вообще. Пока, ну, показатели пока, в принципе, в норме. Давай носить. Так, вот это что? Это прочность, вес, типа, больше, да? Но температура лучше. Давай, мы их будем носить. Ну, здесь, соответственно, сразу у нас берцы носить. Так, здесь у нас носить. И все. Блять, шапочка какая-то у нас. Так, ладно. Давай посмотрим, что у нас тут есть еще. Сможем ли мы, допустим, вот это действие собрать? Сколько? Один час. Оп. Пойдет. У нас сейчас еще как бы весь... Этот, вся ночь еще впереди. Нам надо немножечко... грубо говоря, отремонтировать. Ну, как грубо говоря, вообще нам надо немножко отремонтировать свои вещи, чтобы они более хорошо нас защищали. Все пойдет, пойдет. Смертельная усталость. Сейчас мы ляжем, поспим. Так, сколько у нас? Менее часа дневного времени осталось. Печь. Печь, давай добавим угля. Так, угля, наверное, ну, часов на 11 хватит нам. Так. Во-первых, топим снег. 2 литра. Я думаю, пока хватит. Что там, пойдет, пойдет. Сейчас еще мы попьем. Так. Банка кофе нет, пока не надо нам. О, подожди, нам же ее прокипятить надо. Нам ее надо прокипятить.
Тоже все 2 литра. Варить. Время пока есть. Сейчас мы и попьем, и покушаем, и поспим. И будет нам счастье, да? А, так, 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 давай-ка. Подожди. А, ну вот, давай. Давай сначала покушаем. Так, сначала то, что, наверное, в плохом состоянии. О-о-о. Голода почти нету. Нормально, обезвоживание. Ну что, мы сейчас попьем. О, отлично, отлично. Так. Ну что, давай, сколько у нас она будет? 10 часов, давай-ка мы часов... давай 6 пока поспим. Посмотрим, насколько нам этого хватит вообще. В принципе, что я могу сказать? Первый день у нас прошел, в принципе, на ура. За каких-то 6 часов... Так, топливо, хочется пить. Так, нормально. Давай, смотрим по одежде. Что нам нужно в первую очередь? Давай-ка рукавички мы, действия. Так, ремонт, все есть. Давай. Чё? Не удалось? Ремонтируй. Ты чё, блин, не удалось? Чини, чини. Так. Все окей, да? Сколько оно у нас? 89%. Вот, пойдет, уже более-менее. Так. Что у нас маленького? Шапка. Действие тоже. Ремонт. Потому что надо, чтобы более-менее было у нас. Так. Вот, 61 уже пойдет, да? 4 часа еще печь гореть будет. Давай-ка я еще... так, вот так. Давай-ка мы покушаем. Блин, нам кушать надо. Есть. И попить. Не попить. Еды очень мало. Все-таки вот грибы мы нас собирали, но они у нас уже будут, получается, как бы на черный день. Сколько, подожди, она гореть будет у нас? 5 часов. Давай, 4 часа спим. Сейчас у нас, в принципе, так более-менее все будет. Нам, видишь, нам просто нужен обычный дом. Оп. Спальный мешок поднять. Так, печь еще 2 часа. Давай-ка мы варим банку кофе. Ветер ужасный на улице, я прям слышу. Так, и грипьерша. Сейчас нас и то немножечко будет согревать. Немножечко утолит голод и немножечко придаст нам калорий, да? Так, это у нас кофе. О, ну 100 калорий уже более-менее. Так, и грибьерши. Горячий. О, так, сколько еще? 2 часа. Давай еще грибов приготовим. Наверное, пару штучек. 100 калорий как бы тоже немало, да? Давай, давай. Так, давай сразу выпьем, пока горячий. Все, жажды нет у нас. Голод есть легкий, но, в принципе, это уже не так страшно, да? Усталости нет. Отлично, давай мы еще немножечко натопим снега. Ну, где-то литр, я думаю, хватит. Калории уходят вообще махом у нас прям. Так, и кипятить. Кипятится она у нас намного быстрее, да? Давай, 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 давай. Так, ну что? Так, что у нас тут есть? Нам надо что-нибудь выбросить, да? Так, ну, к примеру, вот это бросить, оно нам не надо. Вот это бросить. Уже так, 30, блин. Давай, ладно, вот это тоже бросим. 31 килограмм еще. Подожди, вот мы тяжелым молотом... Что могли сделать-то? Требуемая температура 150 градусов Цельсия. Наконечник стрелы мы могли сделать. Самодельный нож. Самодельный топор. Короче,
Все-таки мы, ребят, пока никуда не уходим. А, температура, потому что на улице просто трындец. Давай-ка мы, короче, тогда собираем вот это барахло. Да нахрена ты, нам не надо зажигать, нам надо поднять. Понятно, то есть, видишь, металлолом надо было брать. Сколько на улице? Минус 19. Ну, блин, это немало. Это совсем немало. Металлолом. И вот этот металлолом бы нам взять. Так, ладно. Дрова есть у нас пока немножко. Добавим угля. Уголь. Сколько у нас есть? 3 еще. Добавить топливо. Пусть, короче, горит у нас это все. Так, нам нужно что? Нам нужен самодельный, я думаю, топор. Нам нужно 5. Да, смотри. Самодельный нож, наконечник стрелы. 5, а у нас только 3. Так, ну нож мы можем уже сделать. А, подожди. Давай возьмем ножовку. Чё ты говоришь? Чё-то она нам сказала. Ладно. Вот это действие разобрать. Как раз мы сейчас сделаем топор. Топор нам нужен. Мы с помощью топора сейчас хотя бы сходим, возьмем этого. Дерево. Немножко. Сколько будет? 4 часа гореть. Нормально. Давай, делаем самодельный топор. За час мы его сделаем. Блять, жрать захотим, правда, опять. И пить, да? Ну, ничего страшного. Все, у нас есть самодельный топор. 53 минуты будет гореть еще. Давай. Нам не надо, чтобы ты тух. Так. Действие. Так. Блин, ну тут реально, теперь смотри, нам пожрать бы, а пожрать у нас реально нечего, да? Так, короче. Короче, ну выживать мы будем эту ночь по либасу здесь. Сколько у нас? 5 часов. Блин, зря я столько докидал туда всего, ну да ладно. Делаем так, смотри. Так, это мы бросаем, это мы бросаем, бросаем. Это мы тоже бросаем. Этот 1 килограмм, ну, в принципе, это немного, но в любом случае, да? Так, это мы бросить все. Давай, тоже бросить. Все бросаем, это бросить все. Нормально, у нас 19 килограмм веса. Как у нас с температурой? Температура 0 градусов, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так. Блять, и смотри, появился волк сразу, да? Там. Сука, я тебя. Пошел нахер. На всякий случай сразу. Там вот олень. Нам нужен этот олень. Там есть еда. Без которой нам не выжить, да? Вроде с одной стороны. Нам надо только мясо. Блин. Ну ладно, давай. Собирай. Сколько? 7 минут? Ой, 7 минут вообще фигня. Так, что у нас тут еще есть? Ни хрена, вон там что-то вроде как, да? Или тоже это бредятина у меня уже просто? Пошел нахер! Вот так вот. Давай, нам... Я не вижу, где он. Короче, нет, все-таки нам придется эту ночь пережидать у себя. Вот в этой лачушке. Блять, их аж двое. А может быть и больше. Пошел нахер.
вот так вот. Слушай, ну это да, это трындец. Это полный трындец. Потому что, блин, ну давай, что у нас? Горит еще печка. 3 часа. Давай, приготовим мясо. Готовить. Начинает что-то там отделываться, что? Ладно, пойдет. О, хотя бы какая-то еда. Вот серьезно, 541 калория, хотя бы что-то. Давай, попей. Попей, конечно, попей. О, ну что? Короче, делаем, знаешь как? Ночевать нам придется в любом случае здесь. В принципе, где-то вот здесь можно стелиться. Вот, и я думаю... Так, 2 часа пока будет гореть. Давай, часок я посплю. Ну, давай, давай. Ну что, ребят, вот такая вот серия у нас получилась. Я как раз сохранился. На этом мы будем сегодня заканчивать. Если видео понравилось, не забывайте поддерживать лайком и подпиской на канал. Пишите комменты. Всех еще раз с наступающим Новым годом, либо уже с наступившим. Всего хорошего, пока-пока.